Я считаю, что партия, региональное отделение партии «Справедливая Россия» добилась больших результатов. Результатов на самое основное – это результат участия в наших выборах. Мы везде получаем хороший процент. Мы видим, что люди нам все больше и больше доверяют. У нас от выборов к выборам все больше и больше становится рейтинг. Что касается работы с населением, я считаю, что сегодня именно партия «Справедливая Россия» работает больше всех остальных партий в области ЖКХ, в области законотворчества. И вот именно ту работу, которую сегодня проводим, она видна по количеству запросов, по количеству ответов, которые сегодня делают наши депутаты, их помощники, ну вообще наше местное, наше региональное отделение. На мой взгляд, если бы все партии работали так же, то мы бы перестали ситуацию на месте, а двинулись бы вперед и потихонечку в страну стали вводить из того кризиса, в котором сегодня мы находимся. Кардинально у нас изменений не будет. Основное, нам нечего сегодня кардинально менять, потому что основные наши программные пункты – это как раз работа над теми социальными проблемами или теми социальными, той социальной несправедливостью, которая внесена новыми законами и теми изменениями, которые были внесены на протяжении последних 10 лет. Мы будем работать в этом же направлении, и самые яркие, острые проблемы, которые сегодня есть – это ЖКХ, это образование, это строительство, это дороги, инвестиции. То есть во всех этих направлениях будем мы работать.